Шестеро студентов из ДГУ примут участие в 7-м евразийском молодежном лагере «Крым-Донузлав-2013». Он пройдет в черте города-курорта Евпатория. Сегодня наших ребят провожали родители и представители вуза. Студенты из России и стран СНГ в рамках проекта «Наша великая победа», посвященного победе народов СССР в Великой Отечественной войне, прослушают курс лекций по истории, социологии, политологии и другим дисциплинам. Также планируются поездки в Севастополь, Керчь и Феодосию. В Севастополе ребята станут зрителями военно-морского парада. Работа форума направлена на патриотическое воспитание и укрепление дружбы между народами стран СНГ. Это большая честь представить свой край, свой дом, во-первых, самое главное, по-моему, свою страну, потому что принимают участие страны СНГ, Беларусь, Украина и Россия. Были выбраны активисты из комитета по делам молодежи ДАГУС университета, по 3 девочки и 3 мальчика. Надеемся, что этот форум очень позитивно повлияет на современное состояние молодежной политики и даст толчок к более хорошему развитию.